Дело было в Афоне 9 февраля. Николай Сомов оставил зажигалку около двухъярусной детской кроватки. По версии следствия, ее заметил 4-летний Руслан. Когда родители опомнились, в однокомнатной квартире на втором этаже дома уже полыхал пожар. Не смог найти в этом дыму. Игорю было 6, Руслану 4, а Максиму не было еще и года. Мальчиков спасти не удалось, спасли только их родителей. Их огнеборцы вытащили через окно. Лучше бы самой помереть, чем бы разумеет такой. На суде Николай просил осудить его в особом порядке. Прошу вас. Можно, пожалуйста, без лишения свободы? В итоге суд приговорил отца погибших детей к 2 годам и 4 месяцам колонии-поселения. Через 10 дней он сам должен прибыть на место отбывания срока. Суд приговорил Сомова Николая Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца. Сразу после приговора осужденный отправился на кладбище. В очередной раз просить прощения у погибших сыновей.